Йоу, чуваки, всем здорово, ёпта. Мы продолжаем рестлинг. У нас тут это рестлинг намечается, короче. Мы, помните, в той серии отхерачили вот этого парня. И тут он такой, типа, выходит. И тут такие, типа, мы выходим, короче, сзади. Эй, братан, здорово, здорово. Давай, давай с тобой дружить. Пойдем, пойдем с ним дружить. Догонять, догонять этого парня надо. Опа. И вот так вот посраки ему. Разок, раз. И разок, два. Ну, так сказать, для еще третий, для, знаете, для ускорения такого, чтобы он побыстрее пошел. На тебе. На тебе. На тебе. И сингу, сингу ему. Сингушечку ему проводим вот так вот. Смотри, вот так вот. И мистер гиганта. А даже это не сингай, это финишер, по-моему. Ну, чё? Hello, motherfucker, да? Вот еще пройдемся по нему немножко. Давай его подымем, можно его в сторону ринга, собственно, и тащить. Давай потихоньку его подымем, короче, и туда его, туда. Опачки. Так, опа, опа, опа. Ай, промахнулись. Ну, ничего, не беда. Сейчас мы его вот так вот. И еще жопой на него вот так вот сядем. Обожаю этот прием. Куда ногу схватил? Алло, братан, пусти. Сори. У нас какие-то с этим Биг Кэссом постоянно какие-то замашки. Схватил за шею, смотри, что делает. Опа, опа, перевернул. Ты смотри. Эй, дай встать, судья. Судья, смотри, что делает, а? Запрещенные приемы по голове. Блин, эти все перехваты, вообще не попадаю по ним нифига. Ну, точнее, как, я по ним попадаю, но персонаж... Персонаж из-за того, что он гигант, очень сложно это все перехваты делать. И вот опять я что-то это не захватил его. Ой-ой-ой, врезались друг в друга, опасненько. Опа, опа, и я победил. Чё, братан, неудача, да? Ну, как всегда, по традиции, главному менеджеру подходим и говорим: чувак, мы вот так отхерачили, так отхерачили. Don't quiet me, but I think it turned corner. Ну, все нормально. Это I'm here, here, here. Там что-то говорим ему, короче. Он говорит, топ гайд, биг стори. Короче, мы биг и все такое. Биг стори на Биг Кэса. Speak to Рене Янг. Пойдем поговорим с Рене Янгом. Ну, теперь мы знаем, кто такая Рене Янг. Теперь нам долго, так сказать, ходить, искать ее не надо. Ну что, здорово, Рене Янг. И пошла сразу загрузка. Please join me, welcome you boys tonight, говорит нам Рене Янг. А я говорю, я биг, биг, биг. А что, доминейшн, да? Я буду, говорит, доминировать, доминировать на этой арене. И тут смотри, и тут ты смотри, что... алло, алло, я тут вообще это, типа, это, интервью веду, в смысле, даю, охерел совсем. Вообще, короче, этот чувак вообще поехавший, что-то он убежать хочет, но походу очкует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прямо, прямо за кулисами у нас, смотрите, начинается в прямом эфире, по всем каналам, смотрите, Биг Кэс против Мистер Гиганта, смотри, опа, опа, очки головой прям на сямбы в плиточку. А вы попробуйте так, попробуйте. Папу так вот так вот, или бабушку вот так вот запустите с полного разгона в плитку, пусть почувствует. Давай этого Биг Кэса опять ему волшебный пинок, называют это так. Опа, 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 ну куда ты покатился, родной, я еще вот так вот умею. Опа, плиточку вот так вот, почему плитка не бьется? Опа, вот так вот головой еще об пол, ну... Для рестлеров это обыденно, они так каждый день делают. И вот так вот за шею. Опа! Мистер Гигант! Ну что? Иди сюда, братан, братан. Ты чё, мне интервью не дал? Та Рене Янг, кажется, смотрите, куда-то убежала с бешеной скоростью. Как будто, как флэш, знаете, взяла и удрала куда-то просто. Я ей там интервью даю, а она уходит. Но мы, Рене Янг, не обижаемся, потому что вон, что происходит у нас тут. Ты чё, братан, да на тебе. Теперь моя очередь тебя в плитку запускать. Блин, как мне нравится, а? Как мне нравится в плитку запускать его. Давай его ногой, нет, коленом, коленом, вот так вот. И еще вот так вот. Чуть-чуть, смотри, как Джеки Чан увернулся прям. Ты чё, а? О, вот это приемище вообще. Прямо, прямо затылком, затылком. А? Здесь матов нету, здесь больно. Здесь больно. Ой-ой-ой. Еще раз. Давай, братан. Оп, ну ворот. Эх, не получается ворот. Ничего, все нас бросают, кидают. Бедненький наш мистер гигант вообще говорит.
Я ты, братан, вообще охерел. Ой-ой-ой. Блин, надо встать, надо как-то победить еще его. Ой-ой-ой, страшный прием прям через себя провел. Прям в лучшие годы, не знаю, там, этого какого-нибудь Валуева. Не, в натуре, кстати, если так сравнивать нашего гиганта, он реально какого-то Валуева в молодости похож, да, немножко? Опачки так, братан. Опачки. Живучий гад, вообще просто. Ну, ничем не убить, вообще просто. У нас терки с ним, видите, такие постоянные что-то. Такие прям, как будто мы, не знаю, за какой-то титул боремся там, не знаю. О! Да ты, братан, вообще. Это, знаете, сейчас очень сильно похоже на что сейчас происходит у братьев Емельяненко, наверное, там за кадром, когда они показывают. Вот. Ну, это так сказать. Да что ж ты меня все бьешь-то, а? Да что ж ты бьешь-то меня все? Я встать все не могу. Не, ну вообще, он не уворачивается просто. Да подними ты меня уже, давай, на ноги хочу. Да не могу вернуться, все падает, да падает, падает, да падает. Ну, наконец-то, удалось, походу, дело, на тебе в ноздрю. И вот так теперь моя очередь. Смотри, у меня сингаист, это очень опасно. Давайте проведем какой-нибудь супер удар. Ты чё встал-то? Ты чё встал? Я тебе пинать хочу, ты встал. О-о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 -
приехали мы. Походу приехали. Да я не могу вообще перехватить. За эту тупость в этой игре, вот это действие перехвата, это вообще просто идиотизм какой-то. Просто что за извращенец это придумал, это всю систему, всю сраную вот эту перехватов, блин. Режим игра в перехват. Я все жму на кнопку, думаю, да когда же это уже чудо сраное произойдет, перехватит, а? Ой. На тебе в нос, ёпта, и на тебе уже. И вот так по тебе пройдемся, а? Как же тут гад бесит, а? Ну вот смотри, он через каждые препрессы пару секунд уворачивается от моих приемов. Через каждую секунду, я уже боюсь до него просто прикасаться. Давай я с разбегу на него попробую. Блин, да как тут с разбегу-то делать-то вообще? Непонятно, в некоторых ситуациях можно, в некоторых нельзя почему-то. Давай, надо ему, блин, надо еще выносливости накопить. Сделать ему сингушечку. Давай, братан, вставай. Так, ты давай вставай, сейчас они тебе сингу будут делать. А тут достал меня. Просто это разрушитель этого самого. Ну давай, вставай. Сейчас финишер, братаны. Братаны, сейчас финишер будет. Сейчас мы его еще раз на пол положим. Я надеюсь... Этого-то хватит. Снова хватило. Да не, нифига не хватило. Давай на ногу ему. Тут иногда непонятно, ногой бьешь, непонятно, в руку, в ногу ему попадает. Вообще чертовщина какая-то происходит. И еще бросок. Вот это вообще мощненько так сейчас было, по-моему. По-моему, мощненько так было. Еще пройдемся по нему вот так. Блин, он прошелся, только хпшечки сняло. Почему вначале так не снимал? Походу, наш гигант звереет только в конце, походу, дела. Так, мистера гиганта, ты смотри, бой титанов просто происходит у нас, смотри, вообще, да дай стан-то, а, ну, что ты все бьешь, да бьешь меня, да, просто вообще, ну, еще и головой бьет, да, Биг Эс вообще какой-то прям разошелся, Биг Эс, да какой Биг Эс, мистер гигант, ёпта. Ну, перехват этот сраный, когда он произойдет-то просто вообще. Ну, я уже задолбался эту кнопку нажимать. Вот, попал вроде. Во, ура. Неужели произошло? Вообще, сейчас ему руку выкрутим. И на тебе. Ой, что-то отвалилось. Но это потом починят, не страшно. Не страшно. Это вообще брать-то можно? Ой, сейчас такая анимация была вообще. И вот так по нему еще пройдемся. Я не понимаю, в таких ситуациях вообще что делать, ну типа там победы по очкам там или вообще как. Я его все бью, да что сделать-то нужно. Так, мистер гигант, ёпта. Давай поднимем его, попробуем. Ну сейчас увернет, смотри, опа. А не вернулся. Или что, а не уворачивайся, смотри. Опачки, еще раз давай его. И вот так вот, ёпта. Да сколько его уже ронять-то можно, я не знаю. Тут уже, я не знаю, тут скоро таджики придут плитку класть, перекладывать вообще. После, я не знаю, после такого рестлинга. Вообще, обалдеть. Давай, еще раз ему живот сломаем. Давай, на нафиг. Ну, наконец-то мы его сломали. Мистер Гигант победил. Ура. Ну что, это уже следующая неделя. Короче, мы отхерачили этого, наконец-то, Биг Эса. Блин.
На самом деле мне не очень сильно этот Big S нравится. Ну, блин, приходится с ним драться, так по сценарию, походу, все продумано. Сейчас надо поговорить с этим Тодом Мулином и что-то там порешаем. Да и вообще, после каждой сценки загрузка, тут сейчас поболтаем, опять загрузка. Игра в побей, позагрузись, какая-то симулятор загрузки какой-то. И ответ на постоянные вопросы, блин, какой-то вообще, I got quick story, блин, да вот сейчас все будет, братан, сейчас показывает, смэк-дап, говорит, надо вызывать, что такое смэк-дап, ёпта, а, первое, что-то смэк-дап, херу знает, что это значит, one to push, говорит, кого захерачить надо, пушить кого надо, смэк-дап, центр, ну ладно, I got on the move, я, говорит, тут психологу уже был, мне туда не надо, я уже там был, мне туда не надо, I got smackdown golden, вот я пошел. А, вот что такое, наверное, смэк-дап, это, видимо, типа выходить и с микрофоном пофлудить, мы такие, выходим, все как выходим с микрофоном, да? Он в руке как будто приклеен, ну мы такие, выходим на арену, ёпта, батя вышел, сейчас базарить будет, мы выходим. Ну, я такое проходил на это. I won't show to my fans, говорит нам мистер Гиган. Говорит, мои фанаты меня поддерживают, ёпта, я мистер Гиган. И тут выходит, ух ты, Big Cass выходит. Какой у тебя микрофон модный. Какой у тебя микрофон только что был модный, а сейчас уже не модный. Странно это все. Так, пипи-винит. Да, давай нам пипи-винит, говорит. Давайте нам, менеджер, если нас слышит, давай нам первью на музыку. Вот сейчас у тебя модный микрофон, до этого у тебя был не модный микрофон. Ты какой-то неопределившийся, походу. Мастер-фу, говорим мы ему. Ты, говорит, там, ты смотри, как разъяренный мистер Гигант. Прям вообще, говорит, ты, говорит, я тебя здесь сейчас прям накажу, чувак, вообще. Ты меня там о плитку бросал, я тебя тоже бросал, но я победил-то. Ой-ой-ой, ты смотри. Этот парень, короче, что-то ему не понравилось, что мы там сказали по ходу дела, да? Ему не понравилось, что, видимо, там произошло, и он что-то взял и напал на нас, зараза. Ты понимаешь, я там по микрофону пиздел, да, нах. Тебе, ёпта. Сейчас тебе атак в ухо, чтоб слышал лучше в следующий раз, да? На тебе, на. Но полную такой, да, вообще хитрюга такой, там по микрофону пока флудишь, а он такой сзади тебе такой, опа, и выкинул его так. Вот так вот сейчас. Эй, чуваки! Блин, это я зря, походу, сделал. Слишком рановатенько это сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Да дай встать-то. Ну вот это вот раздражает, короче, что он вставать не дает. И все прыгает. Все никак не напрыгается этот Big S. Да вообще, как-то этот Big S раздражает. Откуда он взялся вообще такой, высрался этот Big S? Ну, наконец-то. На тебе. Такой странный прием вообще сейчас был. Эй, ох! Пойдем туда побазарим. Че на ринге базарить? Че на ринге базарить, правда? А где судья вообще? Это по правилам матч или вообще как? Могу я его чем-нибудь отхерачить? На тебе вот так. Понравилось, да? На тебе с ноги еще чуть не попал. Ой-ой-ой, ты смотри, я же тебя вроде бил, а сейчас ты меня бьешь. Вот так, перехватик. Ой, голова. Ой, судья появился. Слышь, судья, ты что-то поздно появился. Я его уже отхерачил. О, мистер Макманан. О, здравствуйте, мистер Макманан. На следан нам говорит мистер Махмахмон. Мистер Рутлис Агрешен. Да, я вообще там агрешен, супер турбо агрешен. Вообще все херачу. А он там нам говорит какие-то прелести. Смотри, говорит там этот самый. Ты, говорит, Бикаса бьешь, да? Говорит, вы, говорит, оба хотите пипервью? Я говорю, да, я вообще порву. Мисси Бакбан, давайте мне матч с ним нормально. А то что мы деремся, по туалетам все ходим, то плитку бьем. Мы какие-то, знаете, таджики, только наоборот, короче. Они все строят, а мы все разрушают. Ну, в общем, видимо, нам пипервью скоро назначат. Итак, что у нас тут? Релакс нам, мы говорим, мы ему такие, типа, релакс, no problem, кикбэк, ёпта, блин. Походу дела все подходит к пипервью. Знаете, у игры есть очень большой минус. Она, чё, фастлайн, чё нам, куда нам, победи, говорит, в этом матче нам, на фастлайне. Я говорю, ну всё, я пошёл побеждать, чё, окей, лады. Ну чё, начинается наше пепервью с этим бигхэсом, как он уже вообще задолбал. Наконец-то нам целый матч с ним выделили, и наконец-то ему можно напинать. Бам, и врезались. На!
На тебе. И запускаем его в сеточку. Опа, с ноги. Вообще по красоте, а? Ой, головой в голову. Просто по красоте вообще. Просто убивать, убивать, убивать. Сейчас я его еще вот так, смотри, как могу. Опа, сломал. Ага. И выкинул нахер. Блин, классный прием, классный. Сейчас я на него прыгнуть хочу еще. Сейчас смотри. Просто, я не знаю, как это. Воткнул, называем прием воткнул. Давай по нему еще вот так вот пройдемся еще вообще. А то у нас там, помню, с плиткой то бой был, то еще какой бой был, то еще какой-то непонятный. А здесь уже нормально все, по красоте сделали. Все по красоте. Запускаем братана в угол и разбегаемся такие. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Вот так его еще будем душить, его душить там в углу будем. На тебе с ноги. Ты смотри, смотри, что делать, а? Перекинул, собака. Ты как это провернул? Опа, схвати за шею, алло. Куда меня? Алло. Я бегать не буду. Опа. Перехват, ёпта! Судья, ты видел, а? Ты видел, как я его захерачил? Он аж с другой стороны этой херни вылез. Да чё ты там, иди сюда, там корчит, что ему больно. Нормально всё, ща пуха тебе ещё дам вот так. Блин, выносливость, господа, вообще просто очков дают мало. Ух ты, блин, а как он промахнулся? Как ты жопой промахнулся, такой сральник у тебя здоровый, а ты ещё промахиваешься. А, очков дают мало, прокачка такая себе, я бы назвал это даже не прокачкой, это какое-то издевательство. Все рестлеры, которые, даже этот Big Cass, у него характеристики намного лучше. И, блин, не знаю, как это вообще. Опа, обманка такая, смотри, а. Кэс, блин, что значит Кэс, что у него Кэс там, Кэш, лучше бы Кэш был там, Кэс. Как-то, по-моему, вообще не солидно, да? Ой, так с ноги, смотри. Да, это был круто. Это был круто. Опа, ты смотри, опа, встает. А что надо? Опа, нифига поднят. Слушай, я не понимаю, как они меня поднимают? Я там вешу херву тучу тон, они меня поднимают. Вы что, вообще что ли? О, а вот это уже опасненько. Раз. Опа, встали. Нормально. Че, ты че? Блин, да эти захваты. Перехваты. Ой, яичко. Яичко прищемил, да? Прищемил, да твою мать, ну-ка, перехватил ему вот так. Вот так вот, а ну, судья, давай считай. Раз. Не может два. Походу, надо его больше его, это, отхерачить надо. А ну, давай еще раз попробуем. Ну-ка, может, еще раз. Ага, херушки, короче. Короче, херушки. Парень не хочет сдаваться. Ну ладно, не хочешь сдаваться, будем тебя бросать по рингу, чё, я не против. Ой, отдохнем здесь немножко. Вот здесь в углу побесимся, вот так вот. Блин, меня бесит, он ходит еле-еле. Ходит еле-еле вообще, просто как, я не знаю. Все нормально ходят, а я еле-еле. Ну, блин, ставили бы соперников, не знаю, по весовой категории. Я был бы очень круто, если бы мне поставили, я бы очень хотел Биг Шоу там, например, какого-нибудь, блин, по весовой категории, Марк Хенри. Был бы вообще огонек там, просто, блин, развалили бы нахер этот ринг. А тут какого-то дрыща ставят, смотри, что с ним делаю, а? Смотри, что с этим дрыщом делаю. Хотя этот дрыщ меня чуть там за рингом не напинал. Ты что, ушел? А ну, вернись. Вот так вот. Вот так вот. Еще вот туда пошел гулять, короче. Говорит, пошел нахер. И сам за ним пошел, естественно. Ну, естественно, тут и оп на задницу так. Блин, ну у нашего чувака вообще. Ой-ой-ой, это заря, это еще не все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, чуваки, это больно. По-любому это больно. 1, 2, 3 там считает. Но это херня все собачья. Сейчас мы его... Тут за рингом, вроде я помню, раньше тут дамажилось больше. Ладно, пусть он сам есть, что я его буду таскать по рингу. Мы такие, типа, биг гигант. Вот так, посидим. Посидим здесь такие. Ну чё, где этот Кэс? 6 уже. Ну, чё, он не выйдет погулять-то, а? Ну, братан! Ты идёшь, не? А, вот, все, встаём.
Эй, 8 уже, ёпта. Ты чё там, оглох? Ага, вот тебе финишер, братан. Братан, лови финишер. И ба-бах. Ну все, надо его зажимать, короче, а то он еще там сагрится, еще кто-нибудь выбежит. Раз, два, три, мистер гигант. Ёпта, вот так вот мистер гигант херачит своих на фестлайне соперников вообще. Мистер гигант. Суперстар мистер гигант побеждает, йоу-йоу, там все дела вообще, крутяк вообще, смотри какой крутой, а, ну смотри какой крутой. Ну че тот Милин или как тебе там, тебе понравилось, как я его отхерачил? Блин, эти анимации уже на самом деле достали. Просто сейчас болтаешь, опять пойдешь на парковку, опять эти загрузки. Win-a-win, me too, pew. I pimpin' for pipi-view. I soon pimpin'. Мне слово такое нравится. Pimpin', pimpin', pipi-pimpin'. Так, ну что он там разговорился, что-то там наш этот менеджер. Have good one, там, well see you. Рад был там типа тебя увидеть, все такое. Ну чё? Ёпта, экзит арена. Ну я так и думал, выйди с арены, приди на арену. Ну, поехали, короче. Ну чё, мы вернулись опять мы к этому Мулину. Подходим, давай с ним болтаем там. Он нам там опять что-то пожелал удачи. Go buy match card. Ну, наконец-то нам эти матч-карты теперь можно смотреть по ходу дела. Ух, ёпта, нам поставили, господа, бой-то, смотрите, вообще какой. Ёп твою мать, ты смотри, нам что поставили. 6 человек, Мэк, Нормал Тик, так, Нормал Так. Мистер Гигант, Даррен Янг, Финн Балор против Миза, Роман Рей какой-то, Щимус. Это тот, по-моему, псих, который Middle Card промо. Ага, еще промо у меня какой-то будет. Или я могу сюда вставлять промо. А теперь я могу по ходу дела контролировать все сам. Теперь у нас определенного сценария не будет, а будут различные эти самые. Ну что ж, по-моему, серия туториалов уже вроде как должна уже закончиться. И дальше по карьерной лестнице мы уже, наверное, сами должны как-то с вами идти. Вот, ну посмотрим, как оно будет. Но, на мой взгляд, очень много загрузок пока. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Больше у нас туториальчиков не будет. В следующих сериях мы уже будем, может быть, даже какой-нибудь промо с кем-нибудь замутим. И выйдем на следующий тактик. Тик матч или как там, мать его. Короче, вы поняли все. Ставьте лайкосики, комментируйте. Всем пока.